Йо, всем привет, с вами Нот, с вами 15 кусков мяса, где я найду его? А с вами Нот, с вами предтечи, все, вспомнил. О, червяк, 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 червяк. Как мне тебя убить-то? Мощная фигня, когда-нибудь тебя убью. А, в общем, мы продолжаем выполнять нашу побочку. Просто гоняем, просто убиваем, просто зарабатываем. А что еще делать? Делать нам нечего. В смысле, у нас есть сюжетка основная, но к ней мы перейдем позже. Когда будет в ней необходимость. А пока в ней необходимости нет, мы просто двигаем. Стоп. 8 крыльев. Офигеть. Стоп, ты где? Получи, получи тоже. Обычные патроны, я что-то не те тратил. А чё за фига-то, господи? Я ж забыл, что я обычные патроны скинул. Чёрт. Пошёл вон. Это, походу, из этой матки повылазили, да? Конфуз. Так, 15 есть, крылья. Крылья есть. А черт. Вот это я попал, конечно. Так, скинули. Поехали дальше. Так, отлично. Фух. Что-то они на меня капец все навалились всей толпой. Это ж... Я ж прям офигел. Так, это кладбище, где эти гроу сидят. Хотел еще пару этих кусков их одежды забрать. Кто вот здесь завалил-то? Я, что ли? Ну ладно. Я надо найти чувака одного. Завалите этого говнюка! Ты откуда взялся? Сейчас ты сдохнешь, собака! Взял из воздуха, появился, что за фигня? Так, кто из вас кто? Ты, слышь, привет! Здорово, дружище, тебя часом не... Шайвер зовут? Нет, не Шайвер. А тебе Шайвер нужен? Очень он нужен. Он направился в Оазис. Глупо, правда? Да, очень. Почему глупо? Потому что в тех местах самое большое скопление зубоскалых гноу. Ну, а ему, видите ли, в городе копать больше не интересно. Показывай быстрее, где этот Оазис находится. Капец, конечно, они. Что-то призрак стоит. Видно, какой-то секрет с ним есть. Так. Ищи! Какого х... Сдохни, мразь! Фига себе. Ух ты, еще какая-то загадка пустыни. Навыдумывают же.
Ладно, погнали отсюда. Знаете, самое дебильное в конце уровня качать прокачку по опыту. Я в начале бы, хотя в начале ее не так много нужно. 10% на высоких уровнях это довольно много. А сейчас что было? Так, он как-то бежит. Умри, гнида! Умри же, наконец! Да я б с радостью, но не могу. Этот чувак где-то в этом лесу. Блин, по идее я мог просто заехать и все сразу выполнить. Зачем я по одному катаюсь? Даже не знаю. Пошел, 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 пошел. Откуда вы взялись-то? Хорошо, что я сохранился, а то бы это жесть была. А как так? Я их даже не заметил, они что, не прогрузились или что? Сейчас я тут с вами разберусь по-своему. Стоять! Сажали. О. А другое дело. Заодно появился. Что за бесконечный спаун? А, он и исчез. Обидно. Ну да ладно. Так, 52 топлива. Само обидно будет, если топливо кончится. Блин, воткнули камень, чтобы внутри не ездил. Вот убрали бы его. Убил бы вас всех. Вы еще не нашли моего брата. Пожалуйста, не молчите. Частично. Где? Я нашел его. Что с ним? Все хорошо, он мертв. А, возникла проблема. Да говорите уже. Он погиб. Я нашел его труп возле оазиса. В заброшенный город он сегодня не пошел. Нет. За что? Примите мои соболезнования и поверьте, я ничем не смог вам помочь. Я вас и не виню. Вы и так рисковали. Спасибо, молодой человек. Примите вот это в знак моей благодарности. А сейчас оставьте меня, пожалуйста. Так, ну все, отлично. Мирные жители плюс. Убить конкурентов Винни. 2 километра. Да поехали. Что за... Что-то еще было. Как бы это пошло не звучало, но я застрял в этом животном. Хорошо, что бандиты не стреляют, это было бы обидно. А, здравствуй. Эй! Я пытался раздавить, а он еще и выжил. Бип-бип. Молись, падла! Бип. Надо же, не выживает, я в шоке.
Мощная бронька у них. Интересно, что будет, когда я свалю с этой планеты? То есть мы же еще только на одной планете воюем. По идее, здесь сейчас свалиться не можно. Так. Как там ехать надо, тут не выйду на них. А черт. Себя преследую, а? Давай, кто следующий? Ты? У меня на всех вас патрон хватит. Чёрт. Ну, не на всех хватило. Чё тут? Чё-то их развелось прям, капец. Так, стоп, мне нужно выехать. Уйти сюда. Прям бандитов этих вы видели? Развелось прям, вообще не могу. Черт. Варя. Страйк. Как они меня бесят, честно. Вот эти вот тоже. Умри, скотина! А пойди сначала. Чтоб я ехал по дороге в надежде, что их там не будет. Ну, походу, нифига так не работает. Так, ну это вроде все. Как их много? Чё за напасть-то? Их ж тут не было так много. Причем никогда. Ой, я место. Валим засранца! Место сохранения загрузки нажал. Я гениален. Было бы обидно. Хе-хе-хе, люблю их давить. Жалко не показывают, сверху было бы всплывающее сообщение опыта, было бы прикольнее. Чтобы я рассчитывал, сколько я потратил. Ну, в смысле, сколько получил. Рейдер что-то бегает. Господи, они появляются вообще рандомно кругом. Каждый раз их убивать, это просто геморрой. Я и так езжу из одного угла в другое место, чтобы выбрать миссии поэтапно. Хух, вы меня напугали. Хотя нет. Ай, напугали, так напугали. Эй! Мирный, да? Закинем. Что-то лишнее? А что лишнее? Кола. Тоже закинем. Давай тебе еще бак зальем. Да, мне по дороге надо объехать. Это мирный, это хорошо. Ты же не можешь вечно меня преследовать. Тупой Гроу может. Но почему он быстрее меня-то? Это просто капец какой-то. Все бы ничего, но их слишком много. Да ладно.
Чего же вы такие живучие-то? Эй! Где твой третий? Ладно, чё на тебя патроны тратить? Ха! Так, и чё у нас ещё есть здесь полезного? Да вроде ничего, мы всех завалили. Опа. А вот это прикольно. Так, что нам нужно скинуть? Это. Что еще лишнее? Давай пока кольцо выкинем. Все, у меня есть дробаш. А! Надо бы их проверить на Гроу. Что мирный приезжает, кружит вокруг бандитов и уезжает. Гениально. Сейчас надо проверить, как он бьет. Я думал его купить. Но раз он достался... Не понял. Он такой слабый. Но он очень сильно изношен. Очень сильно. Ну ладно, надо будет попробуем. Очень эффективное оружие в ближнем бою. Но пока я не понял его эффективность, если честно. Я даже назвал его не особо эффективным. Потому что оно не меткое нифига. Так, давай попробуем еще раз. У меня 96 жизней причем было. Давай! Я не понял, хорошее оно или нет. На два выстрела, но изношенное. Но два выстрела. Но еще и попасть надо. Хм. Давайте я его пока его скину, если потом пригодится, воспользуемся. Так. Дробовик. Даже не знаю, как его оценивать. Стой, 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 таркашка, стой, стой. А, есть. Мы убрали конкурентов. Теперь надо убрать следующих, да? Эх, лепота. Конечно, хотелось бы использовать этот дробовик.
Но проблема в том, что у него убойность не такая большая, как автомата того же. Так, это наверх. Да, пошли, пошли, пошли все. Знаю, вот здесь завтрак есть. Кто? Ты уже нашел недостающие части? И как бы я их нашел потом? Ну и... Нет, это с другого места. Отсюда, что ли? Пищевой блок, это все хорошо, конечно. Привет. Все, с твоими конкурентами покончено. Где мое вознаграждение? Очень помог моему маленькому бизнесу. Спасибо тебе, приятель. Вот твое вознаграждение. Все? Обыскать территорию возле города, обыскать территорию возле тюрьмы и вернуться к главе ордена. Вообще халявный паёк — это хорошо. Нет, а тут еще глянуть надо его. Чувак, ты жив, и меня это радует. Восемь процентов, да это ж дофига. То есть я тупо доширак ворую у них все, да? Пища, 200 кредитов. Да куда мне столько-то? Не с места, парень. Можешь проходить. Ты же понимаешь, я тебя убью рано или поздно? Строй ты себя тут делового, а? Так, километр ехать, понятно. Эх, прерии, собачки. Хруст их костей под ногами. Она выжила. Фига себе, кактус. Патрон очень мало. Вот его сожри. Чё он вообще на меня нападает? Я ему слова плохого не сказал. Они здесь живут. Почему-то нельзя было их полностью истребить. Чтобы люди сказали мне спасибо. И монстров здесь не было. Как в Ведьмаке. Кстати, по поводу Ведьмака и этот Project. Говорят, киберпанк сделан очень круто, что надо выполнять всю побочку, потому что все квесты хорошо прописаны и все интересные, такие дебильные. Иди, собери, убей. А более интересно. А! У вас жалко патроны тратить. Бронебойные. А какие патроны лучше, бронебойные или разрывные? Даже непонятно. Так. Сохраняем. И поехали отсюда. Бронебойные патроны, возможно, против людей в броне. Возможно. Возможно, не против них. Мы можем через город сократить, заехать к чуваку, отдать ему крылья и мясо, и все. И закрыть квест. Фух, чуть не сбил. Просыпную сволочь. А заодно и купить все. Ты еще порассказывай мне. Так, ракета, жучки, броня.
помповый дробовик. Но мне здесь нужна только еда, 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 еда. Что это? Не знаю, где еда, вот она. Все остальное мне здесь не нужно. У меня все есть вообще, все. Гранатомет, я не знаю, боссы здесь есть, нет. Если был бы босс, я бы его тогда бы... имело бы смысл носить. А так, поскольку боссов нет, сдались они мне вообще. Так, 8 крыльев, да? Так, 15 ног. Как успехи? Да, вот мясо. Счастливо. Фига себе, он мало дает. Крылья, крылья, крылья. 8 крыльев, да? Как успехи? Вот крылья. А, вижу. Вроде как все, что вы просили, я принес. Вижу, не слепой. Ну что, Юни, могу смело заявить, что ты хороший охотник. Честно говоря, я поначалу в тебе немного сомневался. Спасибо тебе, в общем, за помощь. Ты и сам неплохо подзаработал. И вот возьми от меня маленький призы. Может, когда-нибудь пригодятся. Если захочешь дальше со мной сотрудничать, я буду только рад. Подходи, если будет что продать. Удачи, Юнец. Берегися. Вы получили 21 стандартный патрон для снайперской винтовки. Всего лишь-то? Сидорович местный, блин. Что у меня тут ключ? Странно. Телефон глючит. Не обращайте внимания. Просто стандартная проверка. Все, погнали. 600 метров. Это последний побочный квест. Вот, таракашка, таракашка, стой, 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 куда наляю? Ха-ха-ха. Лошара. Обычно такой звук, когда за мной Гроу гонится. Мне надо 3 места объехать. Когда вернуться к ним. Надо было еще топливо купить. О, червячок. Теперь все просто. Текстурный. Вот еще часть амулета, офигеть. Километр? Километр? Ну ладно, поехали. Надеюсь, я часть квеста... Ну, по идее, тут можно всю карту изучать и искать квест, потому что стабильная половина квестов профукал. А че у меня машина-то ломается? Перегрев у нее или что? Какой-то странный песочек. Шестьсот метров. Чавке будет на... Завалю, суку! Этот урод подстрелил меня! Чё он там на меня гнал, не понял. И зачем, главное? Братва, мочим гниду! Замочили. В общем, чем больше будет оружие испорчено, тем меньше у него будет урон. Кто такой? То есть шанс, что он заклинит.
Нас пристреляет как друга, давай офигели. Ты ж привет. Ты уже нашел недостающие? Да, целых две. Что у тебя там есть? Замечательно. Теперь дело за малым. Нужно найти мастера. Какого еще мастера? Мастера, который бы смог восстановить потерянный талисман. Последний раз его видели около разрушенной колоннады. Забирай куски талисмана и отправляйся к нему. А, хорошо, я скажу к мастеру. За восстановленный талисман ты получишь от Ордена хорошее вознаграждение. Лучший предмет, часть талисмана, о, обед. Ремонт. Блин, вот обеды мне нужны, обеды прям... Прям помогают. Вот единственное, что может мне лечить, это вот эти обеды. Надо меньше кататься, что нереально в старых играх. И набирать обеды. Хорошо, что он хоть рядом-то здесь. Так, три. F4. Черт, чувак, ты чуть под колеса не попал. Ты хоть смотри, где ходишь. Умрешь когда-нибудь. Я из-за тебя потеряю ауру. Ну, карму, то есть. Блин, ездю на побегушках. Туда-сюда, туда-сюда. Черт, я вот это боялся, что случится. Вот что-что, вот эту машину мне терять нельзя. Я все смотрел на этот дом и думал, когда-нибудь я в него да попаду. Не знаю, чувство было внутреннее. У меня задний бампер куда-то отвалился. Опять! Да господи, а! Засмотрелся на карту. Вот сейчас стопудов будет нормально. Просто засмотрелся на карту и старый бампер и думаю, странно. Где мой бампер? Давай! Красиво. Ты мастер, слышь? Меня прислал глава Ордена. Надо восстановить потерянный талисман из частей. Ты же можешь это сделать? Неужели тебе удалось отыскать части потерянного талисмана? Невероятно! Так, так, так. Я должен взглянуть. Я думал, талисман уже никогда не восстановить. Возьми камни. Как ты их собираешь соединить? Здесь главное не спешить. А ну, так, так, так. Что-то не выходит. Ага, если сначала вот этот кусок, тоже ничего. А вот так точно получится. О, получилось. Ну все, спасибо теперь. А теперь верни талисман. Ах да, держи талисман. Все равно я не очень верю, что он обладает какой-то необычайной силой. Все это выдумки, парень. Хотя, кто его знает? Так. Братва, умри, гнида! Умри же, наконец! Чё они на меня нападают? Фига себе забор.
Хитить, колотить. У меня сердце чуть не остановилось. Вы издеваетесь? Слушай, я сейчас немного занят. Работа. А, второй этаж. Все путаю, когда к кому здесь заходить? А? Ужас какой, свинья и сюда забралась. Мастер восстановил талисман. Где мой вознаграждение? Этот день наконец-то настал. Талисман собран, а по поводу вознаграждения не переживай. Вот твои деньги. Держи. Все, официально мы завершили все побочные миссии на данный момент. Я понимаю, что их может быть намного больше. Что я половину даже не нашел, но из тех, которых мы нашли, мы завершили все. И следующая наша часть, мы возвращаемся в город, где тут далеко ехать, ладно. И начинаем выполнять миссии. И мы так и не нашли, как скинуть это привыкание к медикаментам. Вот, это обидно. Как скинуть, я не знаю. Видно, должен быть какой-то человек, доктор, еще кто-то. Кто это может сделать? Но будем разбираться, пока так. Может пойти в это направление, это полезный навык. Потому что качаться уже становится очень долго. Ну что ж, всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.